Привет, меня зовут Брент Вайдмер, я главный креативный дизайнер в S2 Games. Я расскажу об игровых впечатлениях и улучшениях, которые мы сделали в этом направлении в Hon 3.0. Многие игроки испытывают большую проблему в том, чтобы разобраться в этом жанре игры. И именно этот барьер мы хотим преодолеть, вводя новые обучающие элементы в Hon 3.0. Мы добавили обучающее прохождение, ввели много изменений в казуальный режим игры, добавили лернаториум, обучающий раздел, где игроки могут просматривать видео, помогающие более детально разобраться в техниках игры Heroes of New Earth. Чего же мы хотели достичь, создавая обучающее прохождение? Простой и познавательный путь в Heroes of New Earth, который призван научить основам игры. Мы сделали это, совмещая обучение непосредственно с игрой в Hon против ботов. Следующее, на что мы обратили внимание в создании нового игрового впечатления, это казуальный режим игры. Он позволяет новым игрокам меньше расстраиваться от внутриигровых неудач, а более опытным игрокам получить новое впечатление в немного другом темпе, отличном от стандартного типа игры. Итак, среди многих других изменений, которые мы реализовали в кэжуале, одним из главных стоит отметить то, как вычисляется количество золота, получаемое от убийств. Теперь эта сумма вычисляется в зависимости от того, насколько успешен убиваемый персонаж в текущей игре. Это призвано смягчить раздражение команды, если кто-то погибает снова и снова, ведь с каждым разом за его убийство будут давать меньше и меньше золота. И это, возможно, не приведет к разгромным победам или поражениям. Привет всем, меня зовут Аарон Ван Ноут, и я также известен как Ваза. Я баланс-дизайнер в S2 Games, и я хочу немного рассказать вам о лернаториуме. Что такое лернаториум? Это инструкции, которые я создал для того, чтобы помочь вам, новому игроку, понять, что к чему, и как не растеряться в вашей первой многопользовательской игре. Итак, например, вы прошли туториал, образовательную программу. Теперь вы думаете, я могу узнать что-то еще, понять немного больше. Я хочу более продвинутые подсказки. Именно для этого я и создал лернаториум, серию обучающих видео на различные темы. Про фарм в лесу, командный выбор героев, как правильно стоять на линии. Все, о чем вы хотели бы узнать, есть в соответствующих роликах. Смотрите видео и используйте новые знания и продвинутые техники в ваших первых играх. Отлично, ребята, спасибо за внимание. Я просто хотел отметить, что очень нелегко влиться в этот игровой жанр, но благодаря всем новым обучающим ресурсам вам будет значительно легче разобраться в Heroes of New Earth. Hon 3.0 выходит 1 февраля.